Здорово, здорово. Здорово. Чего ты где был? Как? Херсон, Волноваха, Горловка. Это мы с другой стороны. А, с севера. Зимовда, Харьков. У вас также все плохо? Ну да. Ну вот там тоже вообще кошмар, конечно. Ну, все встали на свои места, да, и стоят. Но. Ну да. Ну везде так же. Никакого ни продвижения, ничего нет. А что, как доброволец поехал? Так от нашей компании же. У нас же, видишь, оказывается, в стране беспилотников нет. В нашей армии. И людей нет, которые умеют это делать. И вот у нас как наемники, короче. Ну, я понял, да. Ты думал, что вы как частные, что вы тут... Нет, у нас это, полное сопровождение как бы от военных. Там везде оберегали. Ну,